Зритель Тау стал очевидцем полицейской погони и задержания нарушителя в поселке Шаля Свердловской области. Жесть. Ты для какой цели это снимаешь, гражданин? Я? Да. Общественное задержание. Выключи телефон. Как сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, этот инцидент произошел в рабочем поселке Шаля около 8 часов вечера. Водитель белых «Жигулей» пятой модели проигнорировал сигнал об остановке, поданный инспектором, и, объезжая временный пост ДПС, зацепил бампер патрульной машины. Погоня оказалась недолгой. Поскольку нарушитель представлял реальную опасность для окружающих, с ним решили не церемониться. «Жигули» таранили еще во время преследования, а затем буквально впечатали в стену жилого дома. Задержанным оказался пьяный, ранее судимый, бесправный водитель, взявший машину без спроса у своего тестя. Люди в результате этого инцидента не пострадали. Патрульный автомобиль, по словам Валерия Горелых, подлежит восстановлению.